Переполненные контейнеры и бункеры с мусором можно наблюдать чуть ли не на каждой улице областного центра. Мусор – это не только неприятный запах, но также он представляет большую опасность возникновения огня и дальнейшего его распространения. К нам в редакцию обратились жители поселка Свободный. На улице Староверова машины управляющей компании просто не успевают вывозить накопившиеся твердые отходы. Астраханцы, понятно, пытаются сделать виноватыми коммунальщиков, но у тех, кто вывозит мусор, своя правда. Дело в том, что эта проблема не только улица Староверова, есть определенный круг лиц, которые облюбовали места. Фактически там в каждом районе города есть такая точка, куда свозятся отходы, причем не просто сносятся, да, а свозятся машинами грузовыми. Если говорить в частности по улице Староверова, то здесь там стоит 8-кубовый бункер, если уточняя, да, при этом ежедневно вместо 8 кубов, которые положено, да, вывозиться по договорам, там складируется порядка 24-30 кубов.